Будем смотреть, искать. Наш губернатор, вернувшись с заседания Государственного совета, на понедельничном совещании обозначил задачи, озвученные главой государства. Основная часть тем Госсовета сводилась к эффективности и прозрачности госрасходов. Бюджет области должен работать в первую очередь на улучшение качества жизни населения, а его составляющие надо сделать понятными и доступными орловчанам, заявил Александр Козлов. Для расширения практики общественного участия и контроля в государственной специализированной информационной системе портала Орловской области надо будет нам сформировать в самый короткий срок, это я имею в виду публичный информационный центр, раздел «Бюджет для граждан». По оценке Минфин Российской Федерации, если взять 2012 год, Орловская область вошла в первую десятку регионов, лидирующих в качестве управления региональными финансами. Это очень хорошая оценка. И дальше надо продолжать эту работу, не останавливаться. Еще одна тема, обсуждаемая на Госсовете, это увеличение числа инвестиционных программ и собственных доходов регионов, то есть налоговых и неналоговых поступлений. В нашей области прогнозы вполне благополучные. Налоговые и неналоговые доходы в будущем году составят 14 миллиардов 389 миллионов рублей. Это больше, чем в 2013 году, почти на 15%. Наибольшая доля, как всегда, принадлежит налогу на доходы физических лиц.